Еще одна модель Azur 72 масштаб PZL-24FG Greek Defender, защитник Греции, что переводится. Интересная надпись, что разработана вообще вот концепция, да, придумана во Франции модели, и сделана она в Чехии. Вот такая кооперация усилий. Ну, собственно, сама модель, вот, насколько я понимаю, это польский самолет. Возможно, Греция его закупала. Судя по надписям на боковиках, вот 38-й год, 40-й год, 41-й год, период эксплуатации вам понятен. Внутри вот такая вот такой пакетик и вот такая инструкция. Инструкция черно-белая. С нее мы традиционно и начнем, чтобы было понимание, что там внутри. Детали смолы, фототравление, прозрачные детали и литники ЭВМД. Как он собирается, показано вот здесь. С инструкциями разобрались. Берем ее обратно в коробку. И пока вы лицезреете замечательный боксарт, где этот самолет красивый летит над каким-то бомбардировщиком, я достаю нежно из пакета все остальное. Ну, начнем с деки. Красивая декаль, красивые цвета. Вот здесь вот не менее замечательное фототравление. Ой, какая красота. Все такое красивое. Прозрачное остекление, не буду доставать, просто поверьте на слово, прозрачное, очень хорошее, да. Вот это детали из смолы, ну что-то это отделилось от литника, но не смертельно. Вот такие вот детальки, и вот два литника, начнем с мелочей. Почему-то два варианта капота дано. Смотрите, да, они различны. Различаются они тем, что вот здесь больше частей, понимаю, а здесь меньше. То есть, ну, расшивки меньше на этом больше. Вот. Тоже касается, смотрите, двух вариантов, собственно, пропеллера. В общем, позволяет сделать две модификации самолета. Ну, та такая вот унификация, она полезна. Так, иногда для моделистов. И вот это самое вкусное. Сейчас поймете, почему я так говорю. Вот сам самолет. Вот очень, очень неплохо, на мой взгляд. Лайнка. И вот крылышки. И вот, ребята, почему я так, мне так это понравилось. Сейчас вы попробуйте увидеть. Видите эти насечки? Вот оно. Представляете, оно было как это все делать. Такое руками-то очень тяжело сделать. Так, что еще? Да, здесь то же самое. И вот нижние. А, нет, вот это верхнее крыло, да, верхняя половинка. Сюда. Очень здорово. Мне очень понравился. Да, и даже внизу то же самое.
То есть, насечки, они меня и очень сильно увлекли. Сделано просто суперски. Молодцы, конечно, чехи. Ничего не сказать. Достойно. И, в общем, впечатление у меня самое, что ни на есть, положительное. Вот такая модель. Еще раз повторю. Сделана в Чехии, разработана она в... Произведена в Чехии, скажем так, разработана она во Франции. Артикул, напоминаю, А076. Если кому-то понравилось, как заказать? Магазин Scalefan.ru. Вы вот здесь видите наш логотип. Заходите в раздел «Авиация», 72 масштаб. Находите вот этот бренд. И находите там... Вот этот артикул, можете просто посмотреть на коробку, да, вот там будет такая же картинка, скорее всего. Кликайте кнопку «Заказать», и в течение понятного времени мы вам ее привезем. Как правило, периодичность поставок этого бренда у нас каждые 2 месяца, иногда и меньше. Потому что если вы эту кнопочку нажмете, а предыдущая поставка у нас была... Допустим, там 1.5 месяца назад, вам останется ждать совсем немного. Ну и модели настолько, в принципе, замечательные, что и подождать можно. Не такой уж и большой срок. Вот. А с условиями заказа тоже ознакомьтесь на сайте. Достаточно непростые. Все там подробно описано. Прежде чем тыкать кнопки, почитайте. Все. С вами был интернет-магазин skillfan.ru.